едем на базар. Молчу-то я чего, Ники нету. Созерцайте пока красоту неземную. Базар сегодня, вторник. Я всегда после базара путаю дни недели. Мне всегда кажется, что базар происходит у нас в воскресенье. Вон старообрядческая молельна. На ней еще снег даже лежит. Ну-ка, что у нас тут? Едем за сыром. Тайными тропами. Потому что не тайными тропами часто бывает много народу пешеходов. Очень много народу пешеходов. И они как бы беспорядочно, хаотически идут на базар. А так как дороги у нас вот такие, после снега и дождя, то это хаотически, очень хаотически получается. Вот такой базар. Все, смотри ты, базар. Все лучше и лучше. И за сыром очередь небольшая. Стану я пока тут рядышком. Так, чтобы никому не помешать. Пойду куплю себе сыра ковалочек. Будем мы с сыром. О, это добро. Пойду, не буду снимать людей, бо им это не сподобается. Ну вот так у нас кипит, шумит базар. Люди вон на мотоблоке приехали. Тут все наши знакомые, друзья. Я уже рад, что базар хоть начал восстанавливаться. А то же вообще было жопа. Хоть есть с кем поговорить. И сыр мы его прикупили. Волшебный наш любимый. Голландский. Вот такой загадочный сыр. Основное, зачем мы сюда, собственно, и приехали. Ну что, ну вот базар наш показали. Такой вот он. После снега, конечно, мокровато. Но ничего. Договорился я по запчастям своим на технику. В принципе, больше даже не они мне не нужны, просто на всякий пожарный. Есть такие штуки, которые лучше иметь в запасе. Ну вот так вот, коротко. Коротко. Про наш базарный день. Слава Богу, все живы-здоровы. И знакомы. Даже он продают всякие свои саженцы. Молодцы. Оживленно у нас. Ох, ты глохнешь. Чего ж ты глохнешь? Как-то так. Что у нас с музыкой? Сергей Линник. С музыкой у нас болтология. Ну вот как-то так. Немножко, конечно, стихия тут поднагадила. Ходить. Ходить не ёмко, а еще его. И поставят, видят, что яма. И все равно поставят свою машину. Сейчас, если не провалимся, не провалились. Не провалились — уже хорошо. Как у белоруса, всегда найдется повод для счастья.
не провалился. Вельми добра. Провалился. На то со шваграми побеседую. Швагр ж поможе, вытягне. Здригови. Ось так от ми. Вельми, вельми. Шановне господарство ми. Веселый такі. Не безглуздий народ. Что-то меня поперло зранку. Вот тут бы они еще подлатали. Странно, да, между магазинами дорога, надо будет как-то обратиться в сельсовет, поинтересоваться. Или это какая-то неконтролируемая никем территория? Не знаю даже, чем объяснить вот это вот. Кругом торговые точки. А площадь тут... Як при кайзере. Коли бомба попала, трапила. Короче, ладно, настроение более-менее хорошее. Вторник удался. Сегодня мы с сыром едем. На щите, короче, или под щитом. Я не знаю, как правильно. Короче, будем с сыром в ближайшее время. Что-то сегодня, между прочим, странно. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. В Минске и Витебске днем плюс 5-7. В Гродно 6-8 тепла. В Могилеве 8-10 выше нуля. В Бресте плюс 9-11. В Гомеле 11-13 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Партнер прогноза погоды — компания Белцветмет. О, Белцветмет, очень хорошая компания. Рекомендую. Белцветмет. Белчермет, интересно. Не в свою рекламу тут не это самое не устанавливают. Ну вот так, ребята. Такой вот базар. А говорят, раньше базар был такой, что сюда съезжались из трех республик. И был он площадью 2 гектара. Здрасте, соседи наши поехали. Ну вот так как-то.